бакинца. Я вот сейчас встретил настоящего коренного бакинца. Честного, правду, который правду сказал. Что в то время не было такого, никогда не было. Что я удивился, когда стали говорить, что мы турки, мы тюрки. Я смотрю, говорю, о чем они говорят, ара? Какие когда говорят турки, я подожди. Когда азербайджанцы говорят, что мы турки, они путают турецких турков и оузских турков. Это разные вещи, сука. Тупые бараны, блядь. Это разные вещи. Я не могу понять, почему у нас в Азербайджане поднимают вот турецкий флаг. Я тоже не могу понять этого. Я в шоке был, когда я слышал такие вещи. А еще есть, да, есть бакинцы, которые переобулись. На самом деле они зомбированные стали. Я на них смотрю и удивляюсь. Нет, подожди, я с тобой согласен. Знаешь, какие бакинцы? Которые за последние 20 лет максимум. Да, да, но я их не считаю за бакинцев. Я да, считаю... они за последние 20 лет, которые просто перемыли голову, перемыли мозги, все. А чистые бакинцы, которые выросли под воспитанием бакинцев, они так не делают. Да, и много чушек. Много чушек есть, которые они себя считают за бакинцами. Шушки много, которые себя считают бакинцами. Ханский бы Ереваннан сонра гэлдилер. Да, да, да. Они галоши сняли, галоши сняли, туфли одели, да. Знаешь, я тебе одно слово скажу. Я одно слово. Я почему, знаешь, почему ненавижу гачканар, знаешь, да, кто такие? Беженцы. Да, 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 я разы. Чи, послушай, чи гачаголар, гачкан йог. Чи гачаголар. Дюз дейсен, гагуля, дюз дейсен. Айзе, чи гачаголар. Кацах на битиме. Эрэхэ ком эгдэлэм бэйла джам пэлэмми. Красавчик, молодец. Вырэм туарты нэгэлэ хэлэ мисэ маха. Бэрэхэ бэнэ хэлэ. Дай Бог тебе здоровья. Дай Бог твоим детям, родителям долгих лет жизни. Я на самом деле встретил официально. Бэла, спасибо тебе тоже. Официально на большой аудитории. Я встретил коренного настоящего бакинца. Это я не знаю. Это по очереди, все ждут просто. Молодец, брательник, молодец. Все, Бела, я выйду. Я выйду, место дам другим. Хорошо. Да, хорошо. Давай. Спасибо, Джан. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас я кого-нибудь еще добавлю. Желающих с тобой поговорить? Список ты бы видел, это капец просто. Я на самом деле сейчас вот вы первый азербайджанец, кому я хочу сказать здравствуйте. Вы первый азербайджанец. А я начну материться, клянусь. Здравствуйте, нет. Здравствуйте. Я скажу на адрансом два слова. Галалал никоки рядската. Это знаешь, что означает? Что то молоко, которое ты получил от своей матери, вот оно свыше, правда, пришло. Ты вот, я таких людей еще не видела, как ты. Правда, спасибо тебе большое за то, что ты вырос достойным мужчином и человеком. Спасибо. Дай Бог вам больше здоровья. Этого не скажу, Белдин. За все эти два года не было ни одного азербайджанца, чтобы в эфире Офеля захотела с ним поговорить. Она в первый раз с азербайджанцем за два года в эфир зашла. Это можно для меня шок. Тот, кто тут въебывается, хамуза бир сёзим вар ки бэним догма гардашим шахидди. Чтобы вы знали, что мой родной брат шахид. Yani onu biləsiniz. O mənim neslimi söyən bilsin ki, bütün neslimdə şəhidləri söyür. Mən erməni tərəfi tutmuram burada. Mən düzün danışıram. Я объясняю то, что если тот человек, который материт меня, чтобы понимали то, что мой родной брат тоже воевал в Нагорном Карабахе за Азербайджан. Но тот, кто говорит определенные нехорошие слова к отношению ко мне, говорит и своему народу. Это два. А в-третьих, блядь, идите нахрен. Все, давайте продолжаем. Все, Белжан, я уступаю. Я просто очень хотела уважение свое передать. Просто, правда, неожиданно очень все было. Все, я уступаю. Спасибо. Девушка к нам зашла. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. А почему максимально... Я уже чувствую азербайджанский вот акцент чувствую. Да, продолжайте. А, акцент ваш? Супер, супер. Только я не азербайджанка, я коренная киевлянка, живу я в Украине. Это у меня муж азербайджанец. Ага. Поэтому я не знаю, как у меня может быть... Хочу задать вопрос, почему все максимально стараются оскорблять друг друга?
А тут вот оскорбление. Мы сейчас тут вообще не оскорбляли друг друга. Вообще не. Я слышала, если зашел адекватный человек, мы друг друга вообще не оскорбляли. Это я. Хорошо, сейчас. Ой, запрос, это вы мне просто... Мерседес, спасибо. Скажи мне, а ты азербайджанец? Да, коренной. А где ты живешь вообще в Азербайджане? В смысле? А есть разница? Ну, мне просто интересно. Далеко за горами. Элиночка, а почему такой провокационный вопрос? Где живет, какая разница? Азербайджанец, какая он сказал. Разница, именно, да. Я тоже никому не говорю, где живу. Я не обязана кому-то объяснять, ну, где я живу. Послушайте, послушайте. Добрый вечер всем. Я Элечкин муж. Давайте я вам два слова скажу без оскорблений. Давайте, скажи. Представься, пожалуйста. Меня зовут Амил, я азербайджанец, живу в Украине, у меня жена коренная киевлянка. Я ни в коем случае никого вообще оскорблять не хочу, это не моих компетенций. Мы тоже никого не оскорбляем. Тут я понимаю, кто-то может быть коренным бакинцем, коренным азербайджанцем, коренным с Армении, без разницы. Мне, знаешь, вот интересно, брат, ты говоришь, что у тебя родной брат стал шахидом, да? Да. Шахидом стал. Аллах рахмет эйлесин. Брат, ну, ты в некоторых моментах без хочешь обижайся, хочешь не обижайся. Реально ты не прав. Ты много чего вот реально говоришь вот, глупости. Потому что нету такого нация бакинцы. Нету такого. Ты вообще херню несешь. Есть азербайджанцы, есть талыши, есть лязгины. Нету такого бакинцы. Что значит бакинцы? Если я живу в Украине, в Киеве, это значит, что я коренной киевлянин. Я живу здесь 30 друг, лет. Друг, если подожди. Послушай. Брат, он не говорит, если он в переносном хочешь, смысле если... говорит бакинец, а не то, да что не, это нация. Не переносный, в прямом смысле говорю. Ты задай вопрос, какого года национализм есть такой, нация? Я за последние 100 лет говорю, так же, как и вы говорите. Не за путай, последний, чувак. За последний, смотри, нет, вот некоторые, да, смотри, братан, один век. Некоторые армяне заходят к Амрану эфир и говорят, что Кока-Кола, какой национализм был? Кока-Кола старший типа, который создал флаг Азербайджана, который создал его, он кем был, он бакинцем был или нет? 100 лет назад, 104 года назад, точнее. Он был бакинцем. Салам алейкум, да, брат. Я и про это говорю. Давайте не будем путать, чувак. Не, вопрос, братан. От меня полный респект тебе за правду, за историю. Я не хочу оскорблять ничью нацию. Естественно, Азербайджан создал. Он был, даже сейчас точно скажу, Ноуханы, из Ноуханы был, да? То есть есть Бакинский район, Бакинский такой маленький район, ближе к Каспийскому морю. Ноуханы. Мэмэдамир Расулзяда, он создал Азербайджан. Он это создал, старый Баку. Он создал синий, старый красный, город. Зеленый флаг. И он был бакинцем. Исходя из него, я говорю, есть такая национализм. Нация. То есть только исходя из этого. Ни больше, ни меньше. Поднял обнял. Я по поводу истории, ты красавчик. Говоришь, была. Все расставляешь по полкам. Была. Поэтому вопроса нет. Я тебе говорила. Если хоть один что? Найдется бакинец, чистокровный бакинец, неважно, он армянин. Я тебя понял. Азербайджанец, я понял, что это отдельная нация, отдельная культура. На высочайшем уровне даже славяне есть, которые не доходят и никогда не дойдут до этого уровня. Когда меня спрашивают, кто я говорю, я бакинка. Я говорю, я бакинка. И неважно, я в Израиле, в Армении, в Москве, в Турции. Потому что бакинец в советское время это была особая культура, особая нация. Я вам говорила, да, Белла. Да, да. Такие люди есть.
их остались единицы. Но видите, как единицы. Они редкостные. Вот за все два года я первый раз встречаю. Дело не в этом, знать. Просто азербайджанцы... Знаете, я первый раз его встречаю. Белла, азербайджанцы путают и пытаются себя присоединить к туркам, к Турции. Да, понимаете, они сами воевали с турками, как и армяне. Кто такие огузские турки? Они должны это понимать, они должны знать, читать историю. А как они будут читать сейчас нынешнюю историю, если существует на данный момент на территории Азербайджана чистая провокация Алиевского клана? Можно я задам один вопрос? Ты понимаешь? Я очень извиняюсь, я младше вас, я очень извиняюсь. Можно один вопрос? Задаю всем азербайджанцам один вопрос. Покажите мне, покажите мне одного писателя, старых писателей, который писал на азербайджанском языке. Нету! Я покажу. Все писали на фарсе, на персидском. Низами Кенджави. Все писали совершенно на фарсе. До сих пор, я не знаю, как вас зовут, на я вам языке. Скажу, до сих не пор. Не было ни одного. Если возьмем получили. Более 150 получили. Лет... Никто на азербайджанском языке писателей не было. Низами Кенджави, Насими, их просто было слишком много. Они все писали на перском языке. Не было азербайджанского совершенно языка. Совершенно верно. Это говорю не я, это ваш азербайджанец. Совершенно верно. Брат, но почему люди... Ты знаешь, почему из-за люди, чего я рассердился? Меня всегда удивлял один такой вопрос. Почему люди, азербайджанцы... стесняются или от силы своей необразованности не хотят или не могут изучать историю и радоваться тому, что вы относительно молодая нация. Вам, к вашему государству 104 года. Реалит Джан, можно я перебью нашему другу кое-что скажу? Я рассердился только из-за того, брат. Я рассердился из-за того, зашел Талыш, он не знает свою историю, говорит, то я Талыш, то ли я турок. Он сам не может определиться, кто он по нации. Я из-за этого рассердился, поэтому говорю, если ты турок, ты тогда иди в свой алтарь. Получили пизули, получили пизули, передай свои госпожи. В совершенстве. Я и турки знаю, я и иранские знаю. Там человек зашел, его Физули зовут. Я немного и французский знаю, английский знаю на базе. Так. Хорошо, можно я вот как азербайджанец, послушайте, задаю всем азербайджанцам вопрос. Вот послушайте внимательно, я сейчас точно историю скажу. По башке дали нам, забрали Дербент. По башке дали нам, забрали Борчалы. По башке дали нам, забрали Табриз. По башке дали нам, забрали Нагорный Карабах. И теперь из этих четырех, которых весь, почти пол карты был Азербайджан, и мы вернули к Нагорный Карабах и въебываемся? Вы долбоебы? Красавчик! То я получил? Верните Дербент! Но это знаешь, как называется? Секунду. Верните Дербент, верните Борчалы. Вернуть Табриз, а потом будем въебываться как нужно, хорошо? А что вы скажете насчет того, что вам сейчас... А что вы скажете насчет того, что вам сейчас раз в год позволили Шуши посетить? Раз в год. Оно ваше, но вы можете туда раз в год поехать. Вот этот вопрос мне еще очень интересует. Как Белла, ну вопрос... Нет, Белла, вот подожди, не так не говори про Шуши. Ты это сейчас уже меня провоцируешь. Я не хочу ловить ни в ту сторону, ни в эту сторону. Ладно, Я говорю историю. Историю говорю. Я не говорю ни ту, ни другую сторону, не хочу поддерживать. Братан, ты слишком начитанный, я это уважаю. Меня рассердивает, знаешь что? Что в Азербайджане интернациональная сторона. Ладно бы они приняли того, что у них вообще паспорт азербайджанский. Не Азербайджан, а Баку была единственная многонациональная этот город. При Советском Союзе.
Да, ладно, молодец, да, я об этом и говорю. Да. Приняли, что они, у них паспорт азербайджанский, но человек, по сути, остается человеком только тогда, когда не забывает свои корни. Я не мог понять. Иван, 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 знаете, что я вам скажу? Вот такая, такая религия, как христианство, вот уже как бы... Наверное, я думаю, весь мир согласился с этим, то, что я сейчас вам скажу, да? Очень добрая и доброжелательная религия, которая позволила в свое время утвердиться и обосноваться и дать развитию мусульманским религиям. Понимаете, да? О чем я говорю? Да, да. Меня не слышно тут? Тот, кто осведомлен историей, тот, кому интересно, он всегда читает. Он всегда пытается найти что-то новое. Он пытается подняться выше. А не тупо кричать «Карабах безинди! Карабах безинди! Сизинди!» Нет. А сейчас мне пишут, да? Будем смотреть, как ты улыбаешься, когда мы в Ереване будем. Идите! Придешь в Ереван, Белла, если ты его найдешь. Белла, послушай меня. Молодцы! Вот они 30 лет к этому шли. Они 30 лет покупали оружие, боеприпасы, наемников, галал. Они смогли... Но, товарищи, никогда не забываем историю, которая была, вот как говорит молодой человек, 100 лет назад. Надо четко понимать, что Нагорный Карабах или Арцах населяло 80% из них были армянами, 20% азербайджанцы. Зачем спорить и ругаться, когда можно так же... Роза, если кто-то начнет сразу с матов или еще что, сразу вырубай, если я не успею. Так же дружно жить и сотрудничать. Почему бы нет? Здравствуйте. Даже элементарно скажу. Элементарно скажу, Белла. Алло. Да, я вас слушаю. Я вас слушаю, Виолетта. Белла, элементарно скажу. Ну, не слышно. Посольство Азербайджана слышно. Помогает бакинским армянам восстанавливать документы. А по сей день территория Армении, если ты сейчас зайдешь в любую кадастру города... Спасибо, ребята. Можно мне говорить? Все, вся база... Можно, алло. Можно. Виолетта, Тохмакисофа. Она сохранена. Сейчас, да. Подождите секунду. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Добрый, добрый. Я хочу задать вопрос Азербайджану. Можно? Спасибо, да, да, конечно. Ребята. Только на русском. Я на русском языке. Слышишь, ты сказал, чтобы у тебя брат родной шахид, да? Да. Азербайджанцам попрошу Аллах, мне подарки не посылать. Я в ваших подарках не нуждаюсь. Вы уж извините, Белла, пожалуйста, Белла, но не можно надо. Минутку? Ага. Аллах рахмет эйлесин. Аллах рахмет эйлесин. Аллах bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Мы должны уважать, хоть отсюда, оттуда умерли, все, никогда не надо трогать. Вот. Вот сейчас у меня один вопрос. Твой брат за что шахидом стал? За Нагорный Карабах. Давай. Ты как думаешь, он... Ты доволен, гордишься с этим? Что? Ты доволен с этим, ты гордишься с этим? За последние 20 лет, да, а за историю нет. Ну, хорошо, еще один вопрос. Алле, спрячьте, пожалуйста, сигарету подальше. Алле, не показывайте сигарету, а то эфир могут забрать. Извините, меня не видно за этого. Слышите? Секундочку, задайте другой вопрос. Еще один вопрос у меня. Нет, я еще здесь закончу. Можно? У меня вопрос, я же потом буду с вами разговаривать. Нет, нельзя, вы неправильный вопрос задаете этому человеку. Вы неправильно задали вопрос. Нет, значит, вот вопрос, видите, уже это уже неправда, подождите. Я вопрос задал. Ты, у тебя брат шахидом стал? Говорит, да. Я говорю, ты
Знаешь, ты зачем? Ты когда он говорит, да, за 20 лет. Потом, минуточка, прошу вас, минуточка. Брат мой, еще один вопрос у меня. Только честный. Как честный? Как ты говоришь, бакинец? Слышишь? Ты, который Ханчанди, или сейчас там армяне называют Арчах, вот Ханчанди, принимаешь как состав Азербайджана или как? Как состав Азербайджана? Это другой, это провокационный вопрос. Не, это не провокационный. Ну как, что ты, ну ладно, что ты можешь сказать? Можно я отвечу? Минуточка, я говорю. Человек отвечу. Я знаю, как нужно ответить. Брат мой, слышишь? Вот я вижу, слушаю. Ты здесь вот так откровенно говоришь, мне это нравится, серьезно. Просто вот этот вопрос тоже. Только, слышишь, Карабах, это Азербайджан или Армения? Карабах еще не решен. Карабах, Азербайджан или Армения? Ты представляешь? Не надо было этого делать. Я бы ответил ему тем же вопросом. Нет, это не я трогала, это кто-то убрал. Я вообще его не трогал. Вы представляете? Виолетта, говори. Подключите его обратно, я задам ему вопрос. О, я не знаю, а где он? Дайте еще раз запрос. Вы знаете, а у меня к вам вопрос. Почему вот война брат, началась? Ребята, можно? Виолетта, я вас очень прошу. Почему все это началось после Алиева, Гейдара Алиева? Теперь вопрос. Почему до него, когда было Борчалы, Дербент, Табриз, этого вопроса не было? Почему сейчас оно началось? Подключи. Почему? Да. Вот смотрите, он вам задал такой вопрос, да, Хакенди, это Степанакерт, правильно я понимаю? Так же, нет? Я правильно говорю? Скажите мне, пожалуйста, а нельзя ли оставить все так, как было при Советском Союзе? Так, ну, пошли отсюда. Барев здесь. Ну, русерен, харстам, ты хайрен, асу. По-русски спросите, он же на армянском не понимает. Ну, здесь, если что-то вы обсуждаете, вот сидите по-разному, да, людьми. Хочу узнать, что-то измените мир или что делать? Нет, вопрос обсуждать. Нет, на одну минуту я свой скажу, потом вы свои скажите. Вот знаешь, что бесит? Я уже смотрю, долго там разные люди заходят, вот так обсуждают или что. Мы кто вообще в мире? Вот сидим и обсуждаем, мы кто? Мы люди. Мне? Люди. Ну, мы люди, если сидим. Нет, подожди. Если сейчас вы сидим, вы можете в ТикТоке не зарегистрироваться, удалиться и не заходить в разговор. У меня одну минуту слушай, потом скажи. Да. Если вы что-то здесь разговариваете или что-то измените мир, что-то был хорошего или плохого. Вот это а мы ничего не хорошего не хотим, ни плохого. Нет, здесь, вот знаешь, что я понимаю, знаешь, здесь... Все будет так, как оно будет. Уже ну, вот за так. Нас давно все решили. Вот это будет все так, провокаторные разговоры, это весь достали, понимаешь, вот это разговоры. Достали, спасибо. Не заходите, не общайтесь. Просто некрасиво, лучше эти все перестаньте, это вопрос мир решает только государство, больше не... Совершенно верно, я всегда об этом и говорила. Мы сейчас говорим о том, чтобы люди... Моим модераторам, если не нравится, отключают, но я тут уже ничего не могу поделать. Народ выбирает, кого слушать, кого не слушать. Я тут не виновата. Давайте азербайджанцы, давайте азербайджанцы включим. Мне интересно, о чем будет. А я не знаю даже это, кто был сейчас. Он армянин был или азербайджанец? Не могу понять. Вот Тоурул есть, 81 минут вот там стоит. Давай Тоурул хам. Это кто? Кто? Например, если взять меня, я не хочу, чтобы люди воевали. Я хочу, чтобы люди дружили друг с другом. Чтобы люди ходили друг к другу в гости. Как и раньше. Виолетта Джан, совершенно верно. Виолетта Джан, Котернелли Мекин Мясным, Шата Герцог. Да, потом, если не будет людей, я уже... Всего доброго. Как было, как-нибудь позвони мне на WhatsApp.
Хорошо, хорошо. Хорошо. Всего вам хорошего. Хорошо. До свидания. Пока, пока. До свидания. Так. Белла, включи там, кто был есть. Я же его включила. Он что-то не подключается. Видишь, завис. Ему надо, наверное, еще раз запрос сделать. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел такой вопросик задать. Скажи, пожалуйста, брат, вот ага. тебе зашел взрослый человек, задал вопрос. Я так понимаю, он тоже был азербайджанец. И задал ага. тебе откровенный прямой вопрос. Ты ага. признаешь Карабах Азербайджан? Или а признаешь, ты признаешь, что я близ Азербайджану? Что-что? А ты признаешь, что я близ Азербайджану? Конечно. Вас выкидывает, я не могу подключить. Подожди, конечно? Конечно. И где Табриз? Табриз — это исторический Азербайджан. И где Табриз? Табриз всегда душой и сердцем с Азербайджаном. Душой, ногой, пальцем. Я тебе вопрос задал. Дарбант — это тоже был Азербайджан. Не, когда-то Карабах тоже был Азербайджаном. Когда-то. А что когда-то? Он всегда был Азербайджан. Просто там жили и армяне, и азербайджанцы жили, и армяне жили, и наши. И сами карабахцы. В Табризе тоже живут фарсы, азербайджанцы, армяны, русские, там, не знаю, там. В Иране живут больше 30 миллионов азербайджанцев. Сколько? Больше 30. Больше 30 или больше 30? Да. Больше 30 миллионов азербайджанцев живут в Иране. Так ты на этот вопрос ответишь или нет? Я не слушаю, я хорошо, дудушали, да? Давай. Можно мы с Амилем пообщаемся сейчас, вопрос задает человек. Да, Эмиль, разговаривайте. Эмиль, да, тебя зовут, брат? Да, Али меня зовут. Али, ты говорил, что у тебя брат Шахид, правильно? Да. Аллах рахмет эйлесин. Аминь. Бүтүн шахидтерimize Аллах рахмет эйлесин. Я можно, Белла, можно я на азербайджанском один вопрос задам и выйду? Я не хочу диалог тянуть. Нет, задавай на русском. Нет, задавать вопрос и выходить не надо. Задаешь вопрос, давай на русском и пойдем. Хорошо, на русском давайте. Здравствуйте. Хорошо, я тебе вот прямой вопрос задаю. Ты признаешь Карабах Азербайджан или нет? А ты признаешь, что я без Азербайджана? А что ты вопросом на вопрос отвечаешь? В смысле? Я тебе вопрос задал. Как мужчина мужчине. Ты можешь ответить, да или нет? То же самое, как мужчина к мужчине, я задаю вопрос. Он тебе ответил. Я ж тебе ответил. Табриз — это Азербайджан. Ну где тогда Табриз? Где оно в Азербайджане? Где? Слушай, что спорить-то? Слушай меня. Я не хочу спорить. Я тебе просто вопрос задал. Ответь, да или нет, я выхожу. Ну, хорошо. Ты признаешь Борчал Азербайджан? Йохан и Бабай. Я зашел сюда, я тебе вопрос задаю, не ты мне. Слышишь, ага. он армянин, он азербайджанский знает, говорит, что он азербайджанец. Мэ армяни дьянин анасын сиким. Если бы он армянин был, он бы сейчас сказал, Арцах это Армения. Что вы тут делаете? Он не армянин, он азербайджанец. Я ради Азербайджана. Я везде, я еще раз объясняю, вот сейчас вам. Я талуш, но талуши, они всегда своих врагов уничтожают. На Горный Карабах, война пошла. Разиям, разиям сенен. Азербайджанцы талуши воевали на Горном Карабахе. Мэсэна разиям, мэн ону йох демирам. Ама талуштар түрк дейиллер, сөйбет ондан гедир. Сен бирини эшитмисен, 15-ни эшитмемисен, сөйбет ондан гедир. Biz Türk'üz, mı Türk'ü, mı talışı живем там, и наш Азербайджан это наша родина. Onda, yoksa sen nece Türk'tensen, sen talışsan. Bir de gidiyorsun. Sen Türk değilsen, sen pastan dönmezsen. Наступит ноги, мы его уши отрежем. Все, запомни навсегда. Мы талышы всегда такие. Запомни, мы... Всем здрасте. Привет. Надо это... Это вар, пока. Türk'te. Турки они. Талыши турки. Вот если честно, я тоже вот в этом вопросе никак не могу понять. Да, тоже вела стримы, и постоянно заходили люди. Куда он улетел? Да, убрала. Кого?
Бакинцев? Кого? Вот этого, да. Я здесь. Нет, бакинцев. Ну вот, слушай. Многие, да, заходят, сначала один говорит, значит, национальность как азербайджанец нету, есть, скажем так, Азербайджан как государственность. Некоторые говорят, мы турки. С точки некоторые... зрения географического осмотра, да. Ой, блин, только не его, Белла. Ой, ну что такое? Здравствуйте. Я с миром пришел. Здравствуйте. Говорите. Да, конечно, вы что, большое, Я просто на улице сейчас попробую как